чатой застряла в стихике кунаре. Пиши и помни, падла, о маме подверху, сказал и растворился в астральной жене. А я приободрился, и стало легче мне. О, маме подверху, что из космических сетей стишки мне присылают спор с критикой властей. А я такого свинства от космоса не ждал. Сплошное якобинство, ну какого криминал? Диктую ты, диктую, какую там луну? Ой, братцы, чакрой чую, все это не к добру. Ой-ой-ой-ой, мама, пардона. Скажу как на духу, прям пятая колонна. У вас тут наверху живут теперь мучения, как грешники в аду. Ой, на чакру приключений я на свою найду. Придут, дохнут верищем и скажут, ай-яй-яй. И скажут, слышь, братище, ты наших чувств не оскорбляй. Нам значит здесь за счастье всем жить одной судьбой. А ты недоволен властью, а ты, может, голубой? А я скажу, ребята, да тут такой расклад. Читай Махабхарату, все космос виноват. Это все он, мои подмену. Он, мои подмену. Он, мои подмену. Он, мои подмену. А я-то все недоволен. Я сыт, а тут один, у нас все есть, покой море. Футбола только нет. Спасибо за Тавриду и всем, кто нас скрепил. И лично Леониду, нет, как бы, забыл. А я послание рабы, такую благодать. Но мне диктуют хаты, я вынужден писать. А так у нас же жизнь чудо, который год дивлюсь. У нас же есть свой Будда, и я ему. Он просто он, мой подмену, он, мой подмену. Дай Бог здоровья, мой подмену, он, мой подмену. Но что-то от чего-то я сомневаться стал. Попали мы в болото, а может прав астрал? Я датчик огляну, чиновное лицо. И сразу с губ слетела абсцерная словца. Ой, потому-то гложет сомнения меня. Неужто эти рожи теперь герои дня? Ведь эти же волчары мешают людям жить.